Добро пожаловать на канал Инстаринограмм. Меня зовут Ирина, и сегодня у нас распаковка с сайта iHerb. Большой посылки, она будет у нас в двух видео, это будет первая половина. Вот это вот четвертая по счету посылки за 2022 год. Я распаковываю ее сейчас в декабре, когда публиковать буду, я не знаю. Заказывала ее на день рождения iHerb в сентябре. Так что вот такая вот запутанная история. Распаковываю сейчас, потому что уже Рождество на носу, и надо дарить подарки. А в этой посылке будет очень много подарков. Покажу примеры, как можно порадовать своих близких полезными, безопасными средствами с сайта iHerb. Первый я достала вот этот вот экстракт ванили. Покупаю уже в какой раз с сертификатом USDA Organic, органический, без спиртовой. Купила маленькую в этот раз. Не знаю, почему я купила маленькую. Вот эта моя большая закончилась. Сегодня вечером буду печь, поэтому в срочном порядке я ее извлекаю, открываю. Протекла немножко, ничего страшного, бывает. Обожаю, обожаю, и вообще не представляю без нее своей жизни и выпечки. Самый универсальный подарок, на мой взгляд, это гель для душа, но можно к нему добавить или скраб, или, как здесь, лосьон для тела. Например, Avalon Organic, я много раз проверяла все на Инстаграме составы, у них составы просто потрясающие. Я уже пользовалась гелем для душа, и до сих пор пользуюсь, и мужем пользуется, то есть для мужчины, для женщин, на самом деле, идеально, просто мятный запах. У него очень приятный, очень бодрящий, расслабляющий. Поэтому и мужчине, и женщине он подойдет. Я делала распаковку, поэтому я вставлю и разбор из Инстаграма, и распаковку, которую я делала раньше. Я распаковывать не буду, понятно, причина, потому что это подарок. Я его буду красиво упаковывать потом. Перетянута пленкой. Давайте пленку снимем, чтобы лучше было видно. Здесь, да, опять только пленка, как у тоника. Ой, такая прям приятная баночка. Мне так нравятся их дизайны. А сейчас рассмотрим то средство, которое я еще не покупала. Купила две штуки, конечно, одну подарю. И как все подарки в этом году, я сначала тестирую на себе. Я не дарю ничего в этом году, что я не... чем я не пользовалась сама, кроме мужчин, конечно же. Конечно, мой муж уже все использовал, все одобрил. Поэтому все остальные мужчины получат уже одобренные мужем. Но я мужскими средствами не пользуюсь. Вот, в принципе, я не пользуюсь гелями для душа, потому что у меня маленькие дети, я их средствами привыкла пользоваться. Но я бы все равно была бы рада, если бы мне подарили гель для душа. Он всегда нужен. Вот такой вот лосьон. Давайте распаковывать. Мы видим, что он абсолютно весь затянут полиэтиленовой пленкой. Мы пленку снимаем. Смотрим состав. Состав мне понравился, мне устроил абсолютно натуральный, гипоаллергенный, совершенно не токсичный. Не канцерогенный, не мутагенный, абсолютно натуральный. Здесь NSF стоит. В принципе, средства от Avalon Organic соответствуют всем самым строгим стандартам. Конечно, я не очень люблю вот эти эктозаторы, которые выдвигаются. Еще надо угадать, как их нужно выдвинуть. Смотрите, здесь крутится только вот эта самая верхняя часть. Так вот, получается, против часовой стрелки. Вот она выстреливает и открывается. И здесь нарисовано направление. Также open, как открывать. Давайте попробуем его по традиции. Сейчас у нас морозы такие, поэтому у меня руки вообще выглядят не очень хорошо. Вот он такой, беленький. Ой, такой же свежий, приятный аромат у него мяты. Мятный, мятный, мятный. Очень освежающий. Особенно летом даже подойдет. В жаркую погоду, прям такой охлаждающий. Очень приятный. Точно такой же аромат, как у гель для душа. Как бы это выглядело в виде подарка, давайте я вам покажу при помощи такой коробочки, которую купила на Алиэкспрессе. Там тоже набивку купила, тоже на Алиэкспрессе. Конечно, коробочка для этого не предназначена, это коробочка для печенек, ну, в принципе, можно, если очень захотеть, и подарить мне. Я так сместила ярлычок немножечко повыше, чтобы это красиво все выглядело, через витрину, чтобы можно было увидеть красивый дизайн этих средств. И вот так у меня получилось. Отличный подарок. Второй подарок я покажу чуть позже. В этом выпуске я покажу два подарка, которые я приготовила родным и близким. А сейчас о наболевшем, как говорится. 2022 год, и я третий раз покупаю контейнер. Первый раз я покупала маленький контейнер, вот этот вот Apex, а второй раз я покупала большой, зеленый. Представляете, первый я потеряла уже в феврале, когда мы ездили на каникулы, и второй у меня упал с большой высоты, из шкафа выпал,
И у него отбились несколько замочков. Это уже третий за год. Он уже 3 месяца лежит, он ждет своей очереди, и я не начинаю им пользоваться. Я реально не ем, не принимаю БАДы, потому что я путаюсь, я все, каждую банку открывать я не могу. Для меня уже без этого контейнера невозможно принимать какие-либо БАДы. Уже скоро январь месяц, и я еще не начинала этой зимой принимать ничего. Ну и, конечно же, я ем рыбью печень, печень трески каждый день. Она, собственно, в масле, это очень полезно. Поэтому омегу я уже не могу не принимать. Не очень это хорошо, как-то надо упорядочивать это дело. Поэтому, наконец, я распаковываю свой контейнер. Вот он такой красивый, и мне так попадаются они все разные совершенно. В прошлый раз я думала, что мне придет фиолетовый, пришел большой зеленый. У меня маленький был зеленый, большой был зеленый, а вот этот наконец фиолетовый. Просто за целый год 3 контейнера все разные. Вот такого фиолетового у меня еще не было. Обожаю. Замочки очень классные, главное его не ронять на пол. Упал на деревянный пол, и все равно вот 3 замочка от него отбилось, наверное, этой стороной он упал. Короче, надо быть осторожными и не ронять его, не ставить сильно на край. Но видно, на краю у меня лучше всего его видно, поэтому ставлю на край, чтобы всегда можно было видеть и брать вовремя. Далее, тоже такая тематическая зимняя покупка, специи. Получается, у меня корица здесь, это молотая корица. Это корица в палочках, покупаю уже минимум 2-й раз. Я не помню, сколько раз я покупала, но точно минимум 2-й раз. Повторная покупка от Frontier. Обе идут, обе органические, с сертификатом USDA Organic. Вот потому что в супермаркетах, ну, наверное, 99% случаев вместо корицы будет лежать кассия. Это совершенно другое растение. И уровень кумарина ядовитого там гораздо больше. Вот цейлонская корица, то есть я покупаю обязательно цейлонскую корицу. Ее можно съесть очень много. А кассии много съесть нельзя, потому что она, ну, реально ядовитая. Это 2 разных растения, чтобы покупать настоящую корицу, в которой гораздо больше полезных веществ, и она не токсичная, а нужно покупать всегда цейлонскую корицу и обязательно смотреть на сертификат. То есть вот это самый лучший продукт питания, который я покупала в плане корицы. И молотой корицей я буду пользоваться весь 23-й, получается, 24-й год, еще половинку 25-го, на 2,5 года мне вот этих 0,5 кило хватит. Вот, такая она красивая и ароматная. И вот такие вот палочки. Палочки корицы всегда отличаются от кассии. Они, мне кажется, такие корицы настоящие, более рыхлые палочки имеют, более светлые. Вот это настоящая цейлонская корица, ароматная. Далее покажу подарок для мужчин. Я недавно мужу дарила одну такую баночку на день рождения его. Я заказала всего 3, вот 2 мне осталось на Рождество. Это The Grandpa Soap. Покупаю мужу все время, я распаковывала. Не буду распаковывать. Сегодня вставлю распаковку обязательно. И вот это вот единственный флакон, единственная бутылочка, которая защищена полностью. Ну, точнее, сверху никакой фольги не было, просто пломба вот здесь. Я ее при вас снимаю. Все они одной и той же структуры, такой гелевой. Ставлю обратно и показываю наглядно, как это работает. Хотя вот он такой уже не очень прозрачный, такого зеленоватого цвета. Это уже должно быть что-то ело... Ой, вот это прям мужской-мужской копченый такой аромат. Значит, печка, как печка. Вообще. Да, я помню, я покупала мужа вот это вот аромат... Печка, не знаю, лес, деревня, какая-то поздняя осень мне напоминает. Реально просто такой запах. Как они его сделали просто, я не понимаю. Я думаю, что мужчинам должно понравиться. Вот это реально вещь просто. Позволила бы даже детям мыться, но если бы не кокамидопропилбетаин, я все-таки не разрешаю детям использовать кокамидопропилбетаин. Пусть он останется для взрослых, хоть он совершенно органически сертифицированный. То есть подходит для любой кожи. Все натуральное, 100% растительного происхождения, натурального ингредиента. И вот такая вот Hyperbiotics, зубная паста с активированным углем, с пробиотиками, со вкусом перечной мяты. Она идет тоже мятная, как наши гель для душа и лосьон, который я показывала раньше. Тоже можно как набор использовать, прям вот подарить, кстати, да. Все мятное, очень подходит друг к другу.
Я заказала одну, но хотела две на самом деле. Заказала, а потом меня попросили подарить зубную пасту, поэтому распаковывать не буду. Покупала прежде всего, конечно, из безопасного состава, натурального, который и зубки ваши очистит, защитит их и не повредит вашему здоровью, не причинит никакого ущерба. Далее у нас омолаживающая сыворотка с ниацинамидом, это Cure. Покупала ее тоже много-много раз. Уже помню, как она выглядит, знаю. Главное их не путать. Какую-то другую, которую я заказывала, ее уже сняли с продажи, поэтому, наверное, такого вида у меня только одна осталась сыворотка, хотя я хотела попробовать еще другие. Вот, ну и так потихонечку товары мои любимые уходят почему-то из продажи. Поскольку я себе купила эту сыворотку, я буду ее распаковывать при вас. Сначала мы смотрим состав, его разбор абсолютно, абсолютно чистый состав, абсолютно нетоксичный, натуральный. Вот такая вот она. Совершенно без цвета, без запаха, абсолютно легкая, очень быстро впитывается в кожу, кожа ее любит. И вот будет вас омолаживать, насыщать, напитывать кожу. Без сыворотки, я считаю, в 30-40 лет уже не обойтись. Это очень важный этап ухода за зрелой кожей. Далее, Nordic Naturals. Купила детям уже большую упаковку. Мы только вчера открыли маленькую, где 636 мг омега-3 в дозе. Здесь только 250 мг. То есть в той омеге от Nordic Naturals было 636 миллиграмм в трех капсулах, а здесь только 250 в четырех капсулах. То есть, да, но это для детей, для моих детей, которые любят больше капсулы, чем саму омегу, так сказать. Вот, здесь можно съесть больше капсул, это выйдет дешевле, потому что дорогой омеги много капсул. Съесть будет очень дорого, поэтому, да, ЕПА-ДХ, здесь получается 200 миллиграмм в четырех капсулах. Я обычно даю не менее 600, сама я принимаю 1800, стараюсь. Вот, для 600 получится 12 капсул детям давать можно. Я даю обычно по 6, но в принципе можно давать и нужно, наверное, скорее буду давать по 12 капсул. Здесь очищенное масло печени трески, оно самое богатое по содержанию даже витамина D. В нем самый такой усвояемый биодоступный витамин D3. Никакой не синтетический. Отлично, просто отлично. Далее видим защитная крышечка от детей. Она полностью вся затянута полиэтиленом. Очень плотно. Далее снизу цепляем перфорацию и очень легко снимаем этот полиэтилен. Далее открываем. И надеюсь, что там будет язычок. Yes. Nordic Naturals просто VIP товары у них. Забота о клиенте уровня бог. Вот и такие вот капсулы. Они темные. Очень ароматные, ягодные. Ой, как я обожаю. Как же я обожаю все вот эти вот капсулы. Сама просто тащусь. Вот, но стараюсь, конечно, все давать детям. Я бы сама ела. Безумно вкусные. 4 капсулы рекомендуются, но я рекомендую 12 давать в день детям. Вот. Далее у нас идет сыворотка для лица с коэнзимом Q10 от Wellon Organics. Тоже сертификат NSM. Wellon Organics мы смотрели сегодня ранее. Состав. Сначала состав. Я, конечно же, его разбирала. Уже много раз покупала эту сыворотку. Состав у него наичастичный, натуральнейший. Много сертифицированных органических ингредиентов. Вот так она выглядит. Должна предупредить вас за то, что вся вот эта вот розовенькая, темно-розовенькая, бордовая серия от Wellon Organics, она от нее, по крайней мере, моя кожа краснеет. И на лице, и на других каких-то чувствительных частях тела кожа краснеет, какое-то время она красная. Это только для тех, кто жаждет такого эффекта. Иногда я не хочу такой эффект, иногда мне хочется, потому что чувствуешь, что кровь к поверхности кожи приливает, что там происходит быстрее регенерация, все какие-то обменные процессы. Вот, но иногда не хочется этого эффекта, поэтому вот на любителя, для тех, кто, ну, кому это нужно. На самом деле, я считаю, что когда тебе за 40, тебе кожа такая тоненькая, сухенькая, тебе хочется что-то как-то прочувствовать. Вот это для тех, кто хочет именно вот чувствовать, что что-то происходит. Вот, я бы так, наверное, написала. Ну, откроем, посмотрим. Опять воздух. Вот.
такая вот легкая сыворотка. У нее уже есть легкий запах шиповника, как у всей этой серии. Уже покупала много-много раз, пользовалась. Но вот главное, учитывайте вот этот эффект покраснения кожи. Он может быть, и это нормально. Значит, шиповник — это витамин С, это все-таки какая-то кислота, аскорбиновая кислота. Немного такое кислотное воздействие. И, естественно, оберегайте кожу от солнышка первое время после использования. Я зимой в основном пользуюсь вот этим средством, поэтому никаких проблем с этим нет точно. Вот такой вот очищающий крем. Это омолаживающий Атакюр. Сейчас на данный момент я пользуюсь вот таким вот. Что я скажу, что для меня, по ощущениям, это ближе все-таки к гелю для умывания, к какому-то мыльному составу все-таки, несмотря на то, что это крем. Я покупала и думала, что это больше молочко. На самом деле, ну вот он пенится, как-то ощущается на коже как мыло на самом деле. Вот. Для меня это небольшой минус, но кому нравится мыло, то вот как раз для тех людей. Вот, но я купила омолаживающий еще, я его не пробовала, я говорю про Seriously Soothing. Здесь это смягчающий крем. А вот этот я еще не пробовала, не открывала. Но я предполагаю, что там такая же структура. Вот удобная перфорация. Кива, молодцы. Вот такой вот он. Какой-то легкий запах у него есть. Но, в принципе, это смываемое средство. Если запах кому-то не понравится, то не будет никого раздражать. Состав я точно не помню, не разбирала. Я же перестала разбирать составы на Инстаграме. Возможно, нет, но точно того розовенького средства есть разбор у меня. И здесь, в принципе, я вижу, хотя нет никаких сертификатов у Acure органических, но составы у них всегда чистые. Конечно, надо смотреть по каждому отдельному средству, но то, что я покупаю, все чисто, все мне нравится, все устраивает и удовлетворяет самым строгим органическим стандартам. Далее у нас снова Acure. Я не знаю, такие большие баночки поместятся они в коробку или нет. Ура, помещается! Смотрите, как прикольно выглядит. Это была наша эталонная коробка. Это подарок, который я подготовила для родных и близких, самых любимых. Продающий сияние. Это скраб для тела и лосьон для тела. Лосьон большой, скраб чуть-чуть поменьше. Всем этим я уже пользовалась сама. Все это мне нравится. Вскрывать не буду. Буду показывать вам, как я вскрывала это когда-то. И далее смотрим. Здесь все запломбировано. Опять ройбуш попался туда. Когда буду заказывать подарки, я не буду заказывать ни ройбуш, ни что-нибудь, что может просыпаться. Я снимаю пломбу. Ну и дальше уже все, кроме такой фольги пластиковой сверху, ничего больше нет, можно начинать пользоваться. Ну и как у всей серии, вот этот желтый Acure, аромат такой нежный-нежный, отдаленный цитрусовый, аромат апельсина и так далее, всяких сульфатов, всякой бяки. Состав проверяем еще раз, точно нету там ничего такого странного, точно ничего нет, все разбиралось. Подробно опять прекрасно все здесь запломбировано, зафольгировано. Удобная перфорация. Acure просто молодцы в этом смысле. Я их просто обожаю. Очень мелкие частички. Вот такой мелкий-мелкий сахарок. Вот честно, я чувствую, ощущаю. Ощущаю эффект скрабирования. Честно, и мне прям захотелось поделиться впечатлениями. Я в прошлый раз распаковывала, в этом же заказе у меня был скраб Acure кофейный, и он мне не очень понравился, а здесь я прям вот чувствую. Прям захотелось еще раз сравнить, надо сейчас пойти его найти. Вот, этот в прошлый раз я распаковывала. Какой мне? Он очень жидкий. Здесь не накапать. Еще раз проверю свои ощущения. И вот чувствуются какие-то более редкие частички. Вроде бы кофе. Но как-то вот под пальцем в какой-то момент не остается ничего. Нет никакого скрабирующего эффекта. Возможно, из-за его слишком жидкой структуры. А вот этот вот как-то совершенно иначе ощущается. И снова Acure, это дневной ночной крем для лица, не знаю уже сколько раз я покупала вообще всю эту серию, и в частности вот эти два крема, дневной и ночной. Сначала я открываю ночной крем,
Они немного разные. Сразу говорю, я дневной открою. Это у меня дневной крем. Его состав. Все это давно уже разбирала на Инстаграме. Все натуральное. Без сертификатов, но абсолютно натуральное. Если все равно органически, если есть какие-то получившие сертификат. Вот такой натуральный состав дневного крема. И ночной крем тоже меня полностью удовлетворяет. Его состав натуральный, гипоаллергенный, без мутагенов, канцерогенов и прочих токсинов. Прям так и буду их по очереди рассматривать, ведь оба они имеют пломбу и удобную перфорацию. Moonset Cure. Так, сниму. Кремами для лица пользуешься каждый день. Можно распаковывать смело. Насколько я помню, сейчас я буду их пробовать нюхать. Вот это было более травянистого запаха такого. А вот это цитрусовый. Цитрусовый очень такой сладковатый запах у него. И да, моя память меня не обманула. Сейчас покажу вам какой-то дневной крем. Абсолютно белый. Абсолютно выглядит как обычный крем. Ночной крем. И действительно, ночной запах имеет такой более травянистый какой-то природный запах. А вот этот цитрусовый, сладковатый. Я пользовалась в этом году, поэтому я все прекрасно помню. Вторую часть этой посылки вы увидите в следующем видео. Я поздравляю вас с наступающими праздниками. Не знаю, я, наверное, после Нового года буду выкладывать это видео. Не знаю, когда, но пока что у меня праздники, у меня праздничное настроение, поэтому поздравляю вас. Надеюсь, что видео было полезным, интересным. Ставьте лайки, рассказывайте об этом видео своим друзьям, знакомым. А мы увидимся в следующем видео. Всем спасибо, с вами была Ирина. Пока!